Включай, да? Включай. Не сможет за ноги? Нет, не сможет. Нет, нет. Включай кнопку, Ярик. Ярик, включай. Включай, включай, братан. Включай, включай, включай. Поехали! Пока! А вот ты не сможешь теперь, да, вызвать его? Ребята, всем здорова! С вами, как всегда, Уверкус и Барт, и мы продолжаем играть в пряточки в Human Fall Flat! Всем здорова, друзьяшки! Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, ребят, смотрите, где мы находимся! Это у нас новая карта, друзья! Она такая страшная, знаете, у нас тут какой-то замок ведьмы, что-то такое, очень классная карта! Да, и сегодня у нас будут прятки, а это значит, друзья, что очень много нычек классных, опасных на новой карте. Ребят, прямо сейчас поставьте лайкосик, ну и мы начинаем! Погнали! Итак, ребята, Ярик у нас будет перманичком, он стоит, не подглядывает, мы с Никитосом бежим прятаться, братик, веди меня в самую крутую нычку! Погнали, давай, побежали! И у тебя есть вообще? Нечестно сказать. А пойдем, я думал, вот там вот что-нибудь будет. Нет? Ну ладно, ладно, сейчас будем искать, друзья, импровизировать, у меня тоже нет. Посмотрите, друзья, какие тут классные вообще... Некит? Да, брат. Есть кто дома? Как оно не работает? Алло! Соседи, хозяева. И куда нам тогда, братан, с тобой деваться? Выпрыгнем с окна. Оно не работает. Смотри, этот провод застрял. Некит, а все, пацаны, время вышло, я вышел. Куда? Куда он вышел? Все, я вышел искать вас. Соответственно, вы где-то, где электричество, да? Да. Да. Все, я спрятался. Это снизу или сверху? Я карту вообще не знаю, она штука вышла недавно. Да, друзья, карта новая, лайкусик. Прям, Некит, ты нашел место-то себе? Да, я... Где ты? Интересно, а зимняя карта будет или нет? А я не знаю, должны. А может это вместо зимней, хотя это на Хэллоуин должны были добавить. Я просто отдыхаю, на самом деле. Некит, а ты где? Давай вместе, братан. Не, братан, ты сюда не поместишься. А ты где? Почему? У меня очень маленькая нычка. Уёпал. О, нифига, так тут вообще столько нычек, друзья. Тут куча нычек, ребят, просто лайкусик за вот эту тему. Я себе тоже, походу, нашел. Блин, Некит, жалко, что мы не вместе, не рядом. Жалко, да, жалко. Я, кстати, вообще потерял тебя. О, так я ж ныкался, я тоже себе нычку нашел какую-то. Ребят, я еще сливаюсь просто. Вот это лайкус просто, капец. Привет. Кто это? Кого нашли? Кого нашли? Некит. Я не знаю, кого он нашел. Некит, может, где-то встретимся, братан? Лизуна, наверное, какого-то нашел, но явно не меня. Не меня, не меня тоже. Я просто в тьме начинаю. Ну ясно. Что-то асфальт. Нет, не Некит, это асфальт. Ты что, попутал? Некит, тебя поймали, что ли, бро? Да. Ё-моё, обидно. Но, пацаны, ищите меня, у меня классная нычка. Я не знаю, где ты спрятался, братан. А ты где-то в окне, да, я уверен. Я? Нет, я не в окне, я на улице. Давайте вам подсказку, парни, я реально на улице. А как открыть дверь? Просто топчик, ребят, вот это класс. Да в смысле, а как туда заныкался? Ты где, на улице-то? Как туда? Ну, на улице, да. На улице? Да, на улице. А высоко на улице или на обычной улице? Или низко на улице? Чё? Ой, кого-то я нашел. Нашел? А ты чё, меня мимо кого-то нашел, но тебя не видно было. Не видно было? Я зря подал звук. Если бы я там заныкался, да. Слушайте, ребят, зря. Я думал, меня Некит увидел из рофли. Так а ты реально меня не видел. Он зашел в зал. Никитос, вижу, ты даешь. Сейчас наверх пойдет по лестнице. Давай, пойдем. В окно выпрыгнул. Инфа идет. Инфа. Нет, никакой инфы. Чиси, мы с Яриком как будто в танце. Там, короче, есть подземка какая-то жесткая. Воу. Сегодня в белом танце кружимся. Бежи. Вы где? Наверное, мы с тобой подружимся. Да, в смысле? Ну иди сюда. Я никого найти не могу. А, блин, я на тебя дотронулся же. А, в смысле, разве? Ну или нет, я не знаю. Ну ты упал, ну ты читер, реально. Я не упал. Ну не упал. А где он, Он снизу под картой. Прям жестко, да. Вообще снизу, пацаны. Я уже лезу. Да, ясно. Вижу, нашел, нашел. Я не знаю, как мы его сейчас достанем вообще. Так, тяжело достанем. Да, да, попробуйте, нифига. А вы видели снизу карту? Она же как будто такие шипы. Офигеть. Стоп, парни, там под картой есть какая-то труба, которая ведет из дома, то есть можно выпасть вниз. Реально. Жестко вообще, офигеть. Ладно. Ну что, пацаны, сдаетесь, все? Нет. Все, я победил. Я победил. Да блин. Победил. Оп, я побеждаю. Я который раз падаю. Аккуратно. Привет, Ярик. Найс нога. Я сейчас хочу перелететь, пацаны. С одной стороны на другую. Не, не получится. Вот и проиграешь, кстати. Нет, я сейчас перелечу, спорим? Ну ладно. Ну смотри, я уже лезу к тебе. Упал?
Да, я упал. Вот, привет. Ну все, поймали, можно считать. Да, блин, классный раунд. Ну что, погнали сыграем следующий, ребят. Погнали. Ну что, я тебе готов показать очень прикольную кунычку, но туда будет очень тяжело добраться. Давай, мы же крутые, мы доберемся, братан, конечно, с тобой. Конечно, конечно, смотри, цепляемся и вот так вот по одной ручке, братан. Поехали. Вот так вот. Сейчас ты увидишь аккуратненько, новый мир. Новый мир приключений, братан. Новый мир, братан, реально? Да, вот смотри. Я уже вижу. Вау! Жестко, да? Вот это жесть, вообще, бро. Только не упади, не упади. Погоди, мы, главное сейчас это, друг другу не помешать, братан. Я не знаю, я держусь. Смотри, как я попал. Нормально. А вроде здесь уже можно, да? Хорошо, хорошо. Оп. Да, я. Фух, выжил. Я тоже. Офигеть, да? Че, мне можно выходить, да. Пацаны? Да, я думаю, да. Ну все, тогда я выхожу. И выходи, не Никитос. Ема. Ой, все, пацаны, все. Это топчик. А может там был другой вход какой-то, братан? А я не знаю. Я вас услышал, внимание. Где, где? Внимание, вопрос. Где Никитос? Ой. А вот, я знаю, откуда это все выходит. Блин, да блин, я упал. Точно, лол. Так, ну все, пацаны. Аккуратнее. А куда видел этот? Я не знаю. Что это такое? О, смотри, вот, вот, все, пацаны. Что там? Готовы? Ярик, что там? Вы готовы проигрывать? Тихо. Погнали. А зачем этот шнур? А, подожди, а мы снизу, что ли, оказались? Или где? Мы некий далеко снизу. О, господи, да вообще. Я уже понял, я даже знаю, где вы прошли. Офигеть. Да, блин, я опять упал, да как так? Да что он не цепляется? Погнали, я еще раз наверх туда. Любой стороной руки цеплял, и сейчас он цепляется. Ну, некий, бывает, бывает. Ты, наверное, расслабился как-то, понял, там, руку отпустил. Напрягся. Вау, офигеть. Гоу туда, Ярик, попробуем перепрыгнуть, мы залезем? Не, наверное. А вот тут что? Это паркур? Ё-моё, вообще. Смотри, ладно, Ярик, смотри! Опа. Оп! Ты чего налетел? Хорош! Офигеть! Это лифт? Или что? Что за кнопка? О, пацаны, всем привет! А где? Где? Я тут. О, а что за кнопка, смог... Ярик? Что я сделал? Ясно, Ярик. Не знаю. Я не знаю ладненько. Тоже. А смотри, вы тут забрались, походу... А, вот, он не заберется наверх. Мы все не заберем. Ярик, вези меня на этой штуке. Давай, давай. Привет, подстрижися. Некин, вот он я, видишь, сверху на этой. Офигеть. Алло, как вы туда забрались-то? Оп, тихо. Ищи аккуратно. Проход, ищи проход. Блин, Ярик, а ты как, бро, ко мне попадешь? А, стой. А назад не вернусь? Так это ж мы оттуда и пришли. Да, да, да. В смысле? Ё-моё, и точняк. Здесь есть проход какой-то. Офигеть вообще. Как вы так забрались туда, я не понял. А вот так, Некин. А что лифт делает? А, вот, это и есть лифт. Да, точняк, точняк, да-да-да. Забирайся, забирайся, если сможешь. Я упал! Все, схватил номера! Я хотел, знаешь, ну что, давай показывай, где-то лазь. Ладно, пойдем, мне покажу. Пойдем, я так пойдем. Молчал, думал, он меня не найдет, Ярик, блин. Я на лифте проехал наверх. Так, теперь я тоже маньяк, погнали, Некин. Это вот так вот все делается, несложно. Вот здесь вот подъем. Блин, капец, ну давай ловить Ярика реально. Все, погнали. Нифига это я где? А где ты лифт нашел, Ярик, погоди. Ой, смотри. Лифт сразу за этой кнопкой. А, да? Блин, а я искал его, лол. А так вон он там, вон. Оп! А на этой теме нельзя проехать? Ты можешь меня перевезти? Ну давай, давай, тебя перевезу. Давай. Давай. Ой. Вжу, ты сел, сел? Погоди. Не в ту сторону, бро, кручу. Опа, все, погнали. О, поехали. Опа, капаем. Блин, вот это мне нравится, на самом деле. Новая карта реально прикольная. Топчик вообще. Взаимодействием вот этим. Так, погнали на лифте. Опусти его. Надо опустить, да, лифт? Опустить, да. Да, да, да. Так. Он там сверху, что ли? Все, опустил. Да, я сверху. А где лифт? Он появился? Если на меня лифт упадет. Погоди, а вот это лифт, что ли? Это нет, это не лифт. Вон он лифт. Где? Я не вижу. Вон. Где? А где? А где лифт? Вот. Некит, он себя сейчас придавит. Да не придавит, я буду блинчиком. Ладно, Некит, я поехал, ты со мной. Эй, алло! Чё? Я поцеплюсь снизу. Ну давай, цепляйся. Поехали. А ты потом не заберешься, Некит. Да ладно, пофиг. Алло! Эй, зацепился, я вернусь сейчас его. Да подожди, подожди, Некит, подожди, да, я вылезу и потом цепляю его. Он очень долго вверх едет. Ну, Некит. Ну, нет, да в смысле, ну, алло. Ну, ладно, отпускай. Ну, подожди, ну, блин, я уже был уф. Ладно, да ясно. залазь, давай, всё, жду, давай, прыгай, все, поехали. Ой. Поехали. Все, погнали. Все, давай ловить Ярика, я не знаю, так, куда он Ярик? Убрал. Ярик, подошел быстро. Нет. Ярик, ты где, да. Братан? Я на другом острове. А Ярик выйдет гулять. Что, на каком другом острове? Я не знаю, остров поменьше. Остров сокровищ? Да. Поехали. Индиана Джонс? А, Лула, куда мы попали? О, это кто? Это Франкенштейн или как его? Франкенштейн. А, это мы сейчас карту пройдем, если тут что-то сделаем. Давай не будем. Это Ярик. Ё-моё, жесть. Это уже конец, друзья, этой карты. Ладно, погнали, он на другом острове поменьше.
Да. А может, ну, он ладно. На крыше здания? Капец тут нычек, ребят! Просто! Это вообще жесть, я потерялся сам. Стоп, он на другом острове, там еще один лифт, Ярик, а был. Где? Куда? Да. А, все, он там, где домик, понял, Некит? Вот там, сзади где-то. Я не знаю, где он. Да вот, да, вы правильно поняли, где домик. Оп! Все, я тогда погнал. Так, оп. Ладно, я по зданию. Так, я просто туда полетел. Вот он, Ярик, я его вижу. Залетел? Да. Гол ловить его. Оп. Бегу, оп, братан. Оп. Все, Ярик, попадешь сейчас в мой капкан, мои куда? Руки, в мою ловушку. Неправда. Оп. Я опять улетел, да ё-моё. Поймал. Серьезно? Поймал, нет? Да, есть, да. Я вас здесь ловлю, пацаны. Классно. Сейчас давай Ярику пойдем. Вот мы, братан, вот они. Ну-ка. Бэмс. Все. А где Ярик? Я не упал. А, вот. Вау, все, ладненько, теперь я, да, манчок, получается? Да? Ну что, парни, все, я выбежал, я надеюсь, вы спрятались. Идеально, Ярик, ты меня спрятал вообще, классно. Я, кстати, увидел кусочек Ярика в окне, когда бежал, пацаны, в дом. Кусочек Ярика. Ну да, правда, там... Кусочек Ярика, просто идеально сказал. Небольшие штаны такие. О. Ты держёшь. Ярика нашел, ну ясно. Он мне подскажет, где Некит. Я не могу. Подскажет он. Он же не крыса, он же не сольёт. Реально. Братан, здорово. Не забыл, что ты меня еще должен поймать? Конечно, не забыл, братан. Конечно, не забыл. Опа. Ты что, догонишь меня, нет сегодня? Оооо! Надоел тебя сейчас на прокидке! Ну-ка, иди сюда! Ну все! Это топ-нычка, пацаны, просто топовая, реально. Погодите! Значит, нам теперь Ярика надо найти. Ярика я не видел, он убежал куда-то в неизвестном направлении от тебя. Я в доме остался. Так, давай, попробуем найти его. Значит, в доме он остался. А, в доме? Честно, Ярик? Да, честно. А, давай. Не врешь, да? Честно, опять. Не вру. Яки, смотри, где он. Нет. Лови его. Нашли так быстро? Лови его, братан. Вон он. Это он, чуть-чуть он без пайла. Тащи меня его. Я сначала подумал, это кобель, а. Кобель, поймали. Алло, кобель. Стол, куда он понёс? Кути-кути. А ну-ка. Этикете. А ну-ка. Аккуратно. Оп. Нет. Ой. Выскользнул. Ой, воришка. Ну иди сюда, ну. О, давай. Блин. Упал. Вот он. Я не могу выбраться отсюда. Я не могу. О, все. Ай, ё-моё, все, красава. Поймали. Ну что ж, пока я жду, вы можете уже и спрятаться. Побежали. Поэтому как бы бегите, это будет легко для меня. Может, куда-нибудь вот сюда, смотри. Давай, я походу понял, что ты хочешь сделать. Куда-нибудь. Вот туда, я не знаю, братан. Тихо. О, вот так, да. Нормально, пока он не ищет, мы можем респиться в любом случае. О, тут можно в центр и лечь. Да, лоб, подожди. Я сюда падаю. А я, короче, я слишком толстый, я не могу там лезть. Серьезно? Да. Не залезаешь. Да, не пролез. Куда? Может, снизу просто? А давай просто снизу. Что это? Чё там? Все. Что все? Ищи, Ярик. Ищи. Выходить? Да, выходи, братан. Ну я пошел. Вот твои ладушки. Жестко. Что случилось-то? Лекин, а ты знаешь, как потом, если что, вот он начнет нас доставать, мы зацепимся и не достанет. А вы что, в доме нет? Нет, он, кстати, достанет, он может нас. А хотя нет. Может, и не достанет, да. Но это будет сложно его сделать. Ярик, ну мы не в доме. Мы не в доме, да, братан. Мы не в доме. Мы под постройкой. Топчик, друзья, это лайкусик, реально. В смысле под постройкой? Ладно, мы... Как мы так спрятались? Под подъемником. Понял. А он еще должен найти какой подъемник, братан. Понимаешь? Тут он не один на этой карте. В смысле? Есть же еще один. Он... Ты, Ярик, про какой подъемник подумал? Который в подвале? Нет. Ой. Он про этот подумал. Вон он. Походу. Вон ноги. Ну давай, Ярик. Да, я вижу ноги. Нажимай кнопку, братан. Че ты, нас ногами решил поймать или что? Не, Ярик, мы не так залезли. Включай. Не сможет за ноги? Нет, не сможет. Нет. Не сможет. Включай кнопку, Ярик. Включай. Включай, братан. Включай. Поехали! Пока! А вот ты не сможешь теперь, да, вызвать его? Да. Или может? Нет, а, может. Давай. Теперь моя очередь смеяться. Блин! В разные стороны! Я убежал! Это поймал. Его придавило, и меня...
прищемило. А как вы выберетесь, пацаны? Как я тебя выберу-то? Вот, я уж почти выбрался. Я из-за тебя голосую. Так, так. Я не могу выбраться. Вынимай батарейку быстрее. Поехал, поехал. Не включается. Держи. Погнали. Держи, держи, держи. Держи, держи. Мы с тобой, братан, не бойся. Отпусти, отпусти, отпусти. Прыгай, 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 прыгай. Прыгай быстрее за ним, ну-ка, где он там? Ну, вижу, вижу. Давай. Да ё-моё, как так-то? Ой, давай, да пожалуйста. Лови его. Не лезет. Оп, а вот сюда, пацаны, что скажете? Ой, красавчик, где а ты? А вот сюда, вот что скажете? Оп. Где он? А, где он? Куда? Так это же легко. Оп. Да, да. А где он? Так я там же, вон улипнул. А, понял. Я между камней застрял, пацаны. А, не, нормально. Ярик, отстань. Поймал. Да как? Нет. Упал. Нет. Да в смысле? На тебя прям. А, поймал. Поймал, вот он. Поймал. Привет. Ну что, пацаны, полетели. Ну что ж, ребят, на этом наш ролик заканчивается. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы. Ссылочку на парней найдете в описании, на Ярика, на Никитоса. Друзья, подписывайтесь тоже, смотрите их видосики. Также в описании ссылочки будут на наши социальные сети, ВК, Инстаграм. Обязательно туда подписывайтесь. Ну и также не забывайте подписываться на мой канал, тыкайте на колокольчик, оставляйте много положительных комментов и ставьте лайк. Ну а на этом у нас все. Я повторюсь, что с вами сегодня были Оверкус и Барт. Всем удачи и пока-пока! Пока, друзьяшки! Пока, ребята!